слушаете Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Родион Золотарев. И у нас сегодня в студии гость, актер Рижского русского театра Иван Стрельцов. Доброе утро, Иван. Доброе утро. Доброе утро всем. Я позвала Ивана, потому что сейчас в обществе очень много обсуждаются вопросы людей, которые уезжают из своей страны, ищут другую жизнь, пытаются адаптироваться к новым условиям. И Иван, конечно, не в таких экстремальных условиях, в каких находятся сейчас многие из наших коллег из Украины, перебирающиеся даже вот в пределах Украины, да, из своих городов в другие города. Я сегодня переписывалась с драматургом и художницей, она и драматург, и художник, Люда Тимошенко. Вот они перебрались из Киева во Львов. Уже все. То есть они долго жили в Киеве, долгое время сейчас они уже во Львове. Так вот, я хочу поговорить с Иваном вот о чем. Ты перебрался несколько лет назад из Минска в Ригу. Да. Ты перебрался, ну, как бы взрослым человеком, хоть молодым, но взрослым уже человеком. У тебя семья. Дочка, да. Дочка, жена, родители. Да. И уже после того, как ты перебрался, вот случился и ковид, и случилась ситуация с выборами и протестами в 2020 году в Беларуси, это все разлучило тебя с близкими. Я хотела с тобой поговорить. Вот расскажи, пожалуйста, как с тобой вообще это случилось, что ты здесь теперь в Риге? Это же все равно надо принимать решение. Ну да, конечно. Даже когда кажется, что мир открыт, то все равно ты понимаешь, что это все такое хрупкое. Ну да. Вот расскажи, пожалуйста, с чего? Ты вырос в театральной семье? Нет, я не вырос прямо в театральной семье. У меня моя мама певица. Она в 2020 году получила звание народной артистки. То есть выше уже некуда. А отец мой, он был и звукорежиссером, то есть он как-то так больше занимался на протяжении своей жизни музыкой. Потом он ушел в бизнес и был бизнесменом. Ну, то есть как бы семья творческая, но не прям не театральная. Эту нишу как бы занял я, выбрал этот путь. Вообще изначально, когда я жил на протяжении всей своей жизни в Беларуси, понятное дело, каждый человек, надеюсь, любит свою родину, и как бы в душе он патриот. В Беларуси меня все устраивало, и мне там было замечательно и хорошо, потому что люди достаточно открытые, добрые, у нас нету какой-то зависти, корысти, я имею в виду в целом. Понятно, есть какие-то индивидуальные случаи, но на протяжении всей жизни ты растешь и потихоньку начинаешь чувствовать на себе, как закручивают гайки. И ты все меньше и меньше и меньше и меньше начинаешь чувствовать свободу. Потому что ты сначала слышишь какие-то истории от соседей, от знакомых. Даже еще мальчиком, да? Да, еще, даже еще мальчиком. Ну, а сколько тебе было, когда были события 2010-2011 года? Вот это я первое, как раз вернулся, получается, после школы я поступил в Варшаву, я учился два года, полтора года, точнее, пытался учиться. То есть ты еще и попробовал другой жизни еще в юности, да, совсем? Да, то есть я... Мне так сложилось, что моих родителей, слава богу, и я им очень благодарен, что они мне как бы показывали другую жизнь вне Беларуси. То есть мы были и в Европе, и мы видели, как люди живут, и мы общались, у родителей было достаточно много друзей, и на протяжении всего этого времени, пока я рос, я видел, как люди другие живут, как они себя чувствуют, как они могут самовыражаться в другой стране, что они не могут бояться говорить открыто. И меня, когда я возвращался в Беларусь, меня всегда это, не знаю, парило, что ли, так скажу, сленгом таким молодежным, меня это парило. Ну, то есть ты попадал из одного пространства в другое, да, и ты, да, это, да, просто, да, ощущал, да? Да, да, конечно, четко. Конечно, четко ощущение этого есть. И, ну,
ты начинаешь чувствовать этот груз. То есть, если ты видишь каких-нибудь там, у нас милиция, ну, представим, что это полицейские, и сразу ощущение есть того, что ты что-то сделал не так, что уже ты заведомо виновен. То есть, ты все время их видишь и ощущаешь их слежку, такую, ну, как бы присмотр. Ну, это не то, что как бы слежка. Понятное дело, они не везде, не могут быть везде, но как бы этот страх есть, когда ты встречаешь и так далее. И получается, да, после школы я поступил в Варшаву, я жил там 1.5 или 2 года, я еще больше увидел новой жизни для себя, более свободной. И вернувшись домой, я поступил в Академию искусств, и там 4 года учился. И как раз вот в 2010 году, когда я вернулся из Варшавы, я застал то, что у нас творилось. Противодействие тем выборам, как бы, первое. То есть у нас тогда был, после оранжевой революции у нас пошел тоже небольшой тренд, у нас были палаточные городки, городок построили, и его достаточно брутально разогнали. И тогда там достаточно большое количество и тоже актеров, и творческой единицы. Тогда же был просто конкурентом у Лукашенко Владимир Некляев. Да, да. И это, в общем, случилось, потому что очень много людей были за него, я так понимаю, да? Или там еще были другие... Надо понимать следующую вещь, то, что когда Лукашенко пришел к власти, он начал всеми возможными способами всех конкурентов устранять, да. То есть или люди исчезали, или они сидели, это было достаточно тяжело. И с Некляевым произошло то же самое, то есть его достаточно брутально избили. Его достаточно брутально избили и сильно... Прям даже кажется, когда вот этот палаточный городок был, когда его разгоняли. У нас, например, вот Павел Харланчук, он работал в русском театре, где впоследствии я служил. Он был ведущим артистом, его знали многие, то есть во всей Беларуси. То есть он был авторитет такой, да? Да, достаточно, да. Он очень хороший артист, он очень сильный артист, он хороший режиссер. И после того, как его задержали, ему дали 15 суток, и человеку, там, я не знаю, он должен был, ну, по слухам, опять же, это по слухам, он должен был становиться художественным руководителем театра. То есть в него все верили, ему все верили. И когда произошла эта ситуация, его задержали. Все его закончилось, да? Нет, его уволили по статье «Профнепригодность». Ну, это же не важно, по какой статье увольнять. Это какой-то абсурд. То есть человек идет, должен был стать художественным руководителем, а потом его просто увольняют за профнепригодность. Ну, это бред. Мне вообще это не вяжется. То есть были очевидные вещи, которые и ты замечал, и твои ровесники замечали. И это постепенно все усиливалось и усиливалось, что и привело, наверное, вот к результатам 2020 года, когда люди видят это просто вокруг себя и понимают, что так невозможно больше жить. В 2010 году не было еще такого движения, как в 2020. То есть мы жили с ощущением того, что ничего не поменяется, и нет смысла идти даже на выборы. Потому что, понятное дело, их нарисуют, цифры поставят Лукашенко, и все. Ну, может быть, просто выросло ваше поколение, которое могло уже влиять на выборы? Это раз. Второй момент, конечно, влияние интернета очень сильно помогло и подействовало, потому что люди начали смотреть не только телевизор. Другую информацию получать, да? Значит, появился другой источник. И плюс, конечно, последствия ковида 2020 года повлияли очень сильно, потому что, насколько мы помним, что пока все страны боролись с ковидом, мы всеми возможными способами старались защитить своих граждан, да, в Беларуси сказали, что вы видите этот вирус в воздухе, его нет. И лечитесь трактором, маслом и картошкой. Ну, это же полный бред. Поэтому люди были оскорблены, они вскипели. Да, то есть, люди были оскорблены всем вместе. Ну да, то есть я думаю, что на тот момент эта диктатура, этот режим сделал все возможные ошибки для того, чтобы просто подогреть, и чтобы люди вышли. Вань, я хочу спросить, ведь очень многие театральные люди на самом деле, да, вовлечены в этот процесс. И когда, знаешь, такое есть мнение... Ну, обычного человека. Вы там актеры, играете свои спектакли, чего вы лезете в политику? Но мне кажется, что человек, артист, который работает в театре, который работает на сцене,
если он думающий, и если ему не все равно, то его влияние на умы, потому что у него много поклонников, да, ему ходят зрители, ему верят, потому что он обладает определенными качествами для того, чтобы нанести до своих зрителей слова, да, смысл слов, то мне кажется, что это очень глупо требовать, чтобы люди занимались только искусством, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Да, вот так вот запирались и говорили, мы тут вот будем заниматься только этим. А что там происходит, нас не касается. Мне кажется, что театр должен смотреть вовне и реагировать на то, что происходит вовне. Это 100%. Я с этим полностью согласен. Потому что несколько лет назад в Америке произошла ситуация. Конечно, пример со спортом, но есть такой игрок Леброн Джеймс. Он достаточно известный, популярный. Он был представителем или лицом лиги NBA. И пару лет ему назад одна из журналисток сказала, что вы просто спортсмен, куда вы лезете в политику? Когда вот было этот, вот Black Lives Matter, вот это вот движение, все. И у него появился чуть ли не мерч, то есть типа just athlete, то есть типа только атлет. Я это к тому, что почему нужно ставить какие-то границы и рамки. Почему мы не то что как бы увеличительное стекло того, что происходит, но мы должны транслировать, как я имею в виду, как творческая единица, мы должны транслировать то, что происходит вокруг, что происходит в мире. И многие люди, возможно, просто не задумываются. То есть они живут свою жизнь, утром просыпаются, выполняют свой ритуал до вечера, включают телевизор и ложатся спать. И так всю жизнь. И это же ужасно. Ну, наверное, нет. Это тоже у каждого человека своя жизнь. Но мне кажется, что люди, занимающиеся театром, они... Вот мы говорили сейчас с Вестером Каришем об этом, что театр, он более мобилен в этом отношении. Угу. И в кино у тебя это длительный процесс. Пока ты от задумки дойдешь до своего зрителя, проходит очень много времени. Да. А театр, он может реагировать, не сегодня, но завтра, послезавтра. И я тебе очень признательна за то, что вот когда мы делали какие-то проекты, связанные с какой-то поддержкой, с высказыванием своей позиции, ты в этом принял участие. Вот когда мы говорили, тогда делали вместе с Гертрудой, с театром, про поддержку Беларуси. Так скажи мне, пожалуйста, ты как... Вот мы сейчас закончим про рефлексию, над ответственность за социальные какие-то изменения, за реакцию творческого человека на то, что происходит вокруг. Мне, знаешь, хотелось бы от тебя услышать вот совет или просто твой опыт. Вот когда ты понял, что ты уже не можешь вернуться? Когда я понял, то есть понятно, что это не до такой степени жестоко, как, например, сейчас происходит там, да, у людей в Украине, которые уезжают и не могут вернуться, потому что идет война. Понятно, что это не то, что происходит там с русскими журналистами, которые вынуждены эмигрировать, потому что им грозит там по 15 лет. Да. Просто вот по щелчку пальца, да. Когда ты понял, что ты не сможешь вернуться домой? Получается, после в 2020 году, летом, в августе. После того, как я 6 месяцев или 7 не был дома, я вернулся. Из-за ковида ты не был дома? Да. Угу. Я вернулся как раз 9 числа, 9 августа. То есть ты съездил домой летом, да? Чуть раньше. Получается, 7 или 8 августа я вернулся в Минск, а 9 были выборы. Угу. И так получилось, что мне просто повезло. Мне просто действительно повезло, потому что мы на тот момент репетировали «Виши». И меня... Ты говоришь о Рижском русском театре, про спектакль, это случилось в Виши, И это был период как раз лета 2020 года. Конечно, ты уехал в отпуск там домой. Меня отпустил Сергей Анатольевич на несколько дней, в том числе, как бы, чтобы я проголосовал, и день рождения моей дочки был. Угу. И меня отпустили, я должен был приехать как раз в Минск 9 числа, когда происходило вот самые яркие вот эти вот события первые. И меня отпустили буквально на 2 дня раньше, и мне действительно повезло, потому что если бы я 9 числа приехал, вот Саша Маликов шутил по этому поводу, о том, что бы с тобой было, когда ты вот с сумкой
чувак с Европы в спортивном костюме, в шапочке, приехал вот 9 числа там, вечером. И идешь домой. Да. И когда я как раз-таки вот самые большие события происходили там недалеко от моего дома. То есть мы видели это. И когда я приехал в Минск 7-8 числа, как бы ничего не предвещало беды, потому что город жил своей жизнью. То есть... И наоборот были какие-то надежды, наверное, да? Да. Было это ощущение? Я действительно какой-то... верил в то, что в этом году что-то поменяется. Я в это верил. Я верил в то, что ОМОН, милиция, они будут на стороне людей. Потому что, ну, сколько можно? Был и ковид, и люди умирали. Вам просто врали в лицо и говорили, что, ну, обман был очевиден, и он достаточно был виден. И очень многие люди, да, почувствовали это все. Да, и... ну, то есть как бы, ну, нет, 7-8 числа еще было как-то спокойно. Но вот именно в день выборов, последний день выборов, 9 числа, когда должны были озвучить предварительные результаты, я почувствовал напряжение. То есть во всем городе, в Минске было напряжение. А мы, когда ходили голосовать там и с женой, и с моим отцом, все были с белыми ленточками, потому что таким образом нам сказали, что надо показать свою позицию, чтобы хотя бы визуально видеть, сколько нас. Угу. И, ну, процентов 80-85, город был, да? Да, входили все с ленточками. И потом, когда уже вечером озвучили результат, там 82%. Наоборот, совершенно, да, от того, что вы ощущали. Да, и, ну, это было оскорбление, это действительно, это просто был плевок в лицо. То есть я даже думаю, что это была очередная ошибка. Я думаю, что если бы он поставил цифры там 56%, ну, то есть как бы перевес в его сторону, не было бы этого всего, то, что происходило. Ну, люди бы как бы начали опять собирать силы к следующим выборам, да, начали бы по-другому работать. Кто-то вышел бы, но это не было бы столько людей. И когда... Ну, потому что все понимают, что это не только Минск, это еще другие маленькие города, где могли проголосовать иначе. Да. Но в целом по всей Беларуси люди вышли. То есть это было самое массовое, самое большое количество людей за все время, что... когда у нас проходили выборы, потому что там 2010 год не столько было много. Именно 2020 год показатель того, что как бы мы сказали, хватит. И твоя семья сказала тебе, чтобы ты уезжал работать дальше в Ригу, да? То есть вы приняли такое решение, что ты возвращаешься в Ригу? Ну, я должен был вернуться в любом случае. Угу. Ну, я был в Минске до 13 августа. И честно, когда, то есть вот три дня первых, они были самые сложные, то есть 9, 10, 11 число, то есть вот эти постоянные светошумовые бомбы, вертолеты летают, и слышишь автоматные очереди, постоянные сигналы какие-то там, скорые, милиция, то есть они постоянно ездят, ты находишься в этом напряжении. И когда 13 августа я уезжал, тоже как бы пошло на спад. Тогда вот у нас женщины впервые вышли с цветами. Uh-huh. И все услышали о том, что происходило. Включили интернет минимально. Все услышали то, что происходило на Окрестино, как пытали людей в тюрьмах. Есть эти видео, аудиозаписи того, что там происходило. Все поняли, что пережили те, которых споймали. Это был ужас. Ну это да, потому что люди же не имели связи, их хватали, увозили, семьи не знали, куда абсолютно, делись. Абсолютно, да, так и было. Их родственники. Да, и получается, когда, я думаю, что люди, которые это совершили, они поняли, что они наделали, как это было бесчеловечно, и когда вот начали выходить девушки, женщины, потом все больше, немножко больше, все больше, это, больше да? людей, людей перестали хватать, то есть, грубо говоря, подавлять эти протесты, потому что там на площади Ленина опустили щиты ОМОН, там девушки подбежали, им цветы дарили, целовали их, обнимали, те плакали. Все, да. Да. Ну, то есть было ощущение опять какого-то поворота, да? Да, то есть мы начали верить в то, что мы, там, в том числе я выходил на площади, мы там были в большой толпе, и нас как бы никто не трогал, никто не хватал. Все было хорошо. И когда я уже 13 числа уезжал из Минска, у меня было только ощущение того, что я очень хочу остаться, потому что я пропущу что-то очень важное, событие. Потому что, когда я ехал по Минску на автобусе в Ригу,
На всех улицах, везде стояли люди с цветами, с, красные, показывали... Красные, белые, да? Да, показывали знак мира. И, то есть ты видел там и рабочих каких-то, и там из магазина выходили люди, которые там, не знаю, продавщицы, и так далее, и так далее. То есть было большое количество людей всех слоев, всех слоев. И потом, когда я уже вернулся в Ригу, у нас состоялся самый большой протест, там когда 300 тысяч в Минске вышло. Причем было достаточно смешно, когда в тот же день, в 12 часов, Лукашенко собирал своих поклонников, так сказать. И там он стоял с пеной у рта, кричал о том, что да, вас там здесь было очень мало людей, 60 да. тысяч, хотя начали смотреть, там была сила 20, ну это максимум. И потом, когда через 2 часа вышла оппозиция, там эту площадь все перекрыли, и еще плюс улицы да, да, со я всех помню, сторон. Эти фотографии сверху, там да. весь Минск был. Поэтому, ну, было все очевидно. А и... потом стало все в обратную сторону. Да, я просто к чему. Я думаю, что если бы не вмешательство другой страны... Ну, Россия. Да. Если бы не вмешательство, то все бы получилось. Я в этом просто убежден. Ну, и я знаю, наверное... Почему это поменялось? Потому что если бы все-таки выборы состоялись правильно, если бы все-таки оппозиция пришла к власти, к сожалению, сейчас в руинах было бы пол Беларуси, а не Украины. Тогда началась бы тоже война, да? Ну, я думаю, что 100%. Я думаю, 100%. И им и сказали так. Что не или, простили или, бы. Или вы сделаете все возможное, чтобы это просто вот протесты эти подавить, либо мы вводим войска. Но все равно же это была большая поддержка и ощущение предательства со стороны соседа. Да. И это всегда как-то, наверное, отнимает силы очень у людей, которые протестуют, когда они видят, что огромная страна, которая находится рядом... Ну, и которые говорят, что она не братская. Да, которая просто предает тех, кто живет здесь. Ну, меня, знаете, до какого-то определенного года я господину, хотя его так лучше не называть, к Путину относился, ну, я не то что лояльно, мне было без разницы. То есть, ну, слушай, то он руководитель другой страны, да, которая тебя не касается. Но а после когда этих событий, вмешательство случилось, да, то, конечно... После этих событий, и особенно сейчас, ну он как, я как бы ставлю его на какую-то линию, границу с Гитлером. Ну, мне кажется, мир меняется, и это какой-то уже другой уровень. Преступности. Вот ну так, да, скажем, да, 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 да. Человеческой преступности. Да. Ну как-то так. Ваня, ты оказался в Риге. Вы репетировали спектакль, который антивоенный, антифашистский. Что называется это, что-то, «Это случилось в Виши». Угу. Постановка «Прошлый год», премьера, прошлый сезон. Вы его до сих пор играете, о том, как раз... И происходит в экстремальных условиях предательство и выбор стороны на какой-то стороне. Очень важный, на мой взгляд, спектакль. Мне кажется, очень стоит пойти посмотреть его. Но он сейчас актуальный очень. Да. У тебя там сложная роль. Да. Рефлексирующего офицера немецкой армии, который не принимает... внутренне то, что происходит, но при этом находится под присягой и обязан выполнять приказы начальства. Да. Это очень сложная, на мой взгляд, для человека всегда история. Ты предаешь либо свою профессию и свою клятву профессиональную, либо свою человеческую сущность. Ну и честь, да. Да. А скажи, пожалуйста, вот я все-таки возвращаюсь к тому вопросу. И дальше твоя семья принимает решение, что ты остаешься здесь и не возвращаешься, и работаешь, продолжаешь здесь. И, в общем, понимаете, что вам будет сложно видеть друг друга. Правильно я понимаю? Ну да, я уже отца с матерью не видел полтора года. Да, получается, я их не видел уже столько. Вот с лета 2020 года, да? А с ноября 2020 года. Последний раз я был в ноябре. И с этого момента, конечно, да, я понял, что я не смогу вернуться больше
Ну и мне как бы позвонили, сказали, что я не могу. И родители сказали. А родители, ну, слава богу, моего отца не трогают и, надеюсь, не будут трогать, потому что он уже инвалид и пожилой человек. А моя мама после 20-го года ей запретили все выступления, и ее не дают ей работать уже в течение 2 лет. Никакие концерты, вообще ничего. То есть она в черном списке, да. Этой новой, да, власти, да? Да. Там в черном списке самые талантливые люди в Беларуси. Ну, да. Так, да. Эта власть выбирает такие варианты для того, чтобы манипулировать теми, кем, да, она может манипулировать. Да. Потому что талантливые люди обычно умеют думать. Да. И да, вот это как раз в этот период, да, мы репетировали, что случилось в Виши, и мне досталась роль майора немецкой армии. Но в целом спектакль, он достаточно актуальный, и тема, которая там затрагивается, и то, о чем они говорят, это, понятное дело, мы репетировали на событиях того, что происходило в Беларуси. Но то, что сейчас происходит, он, кажется, стал еще актуальнее. Мне кажется, даже никто не мог представить то, что сейчас происходит на самом деле. Я до сих пор каждое утро и каждый вечер думаю о том, что у меня это не укладывается в голове никак. Ну вот просто никак. Да, невозможным образом. Это какой-то для меня, это какая-то дремучая, совершенно какая-то, даже не из 20 века, как бы сказать, выбор поведения. Да? Угу. То есть мир, в котором... Ты знаешь, что происходит в любой точке мира, когда мир открыт, когда только от тебя зависит, сможешь ты с человеком поговорить или не сможешь. Да, да, да. Выбираются какие-то абсолютно, ну, какие-то средневековые способы, да, проявить свои какие-то даже непонятные желания абсолютно. Угу. То есть вообще непонятно, как вот я тут смотрела выступление президента Украины Зеленского, говорит, что вы хотите? Да, 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 да. Вообще непонятно. То есть вот все требования, которые озвучиваются, они непонятны. И почему так страшно это все делать? Угу. То есть никто ничего не говорил, никто никаких предложений не делал, ничего вообще не было для того, чтобы это совершилось. Это просто какое-то преступное безумие. Ну, мне, знаете, больше всего нравилось то, что когда войска все границы гнали, 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 они рассказывали о том, что ничего не будет, да, ничего не произойдет, да. И все даже, которые поддерживают эту власть, и, ну, не власть, режим, они говорили, ничего не будет войны, ну что, мы что, сумасшедшие? И как только они переступили эту черту, они начали кричать, где вы были 8 лет на Донбассе, то это. Ну, Донбасс – это чужая страна. Это да, но, возможно, с какой-то ведь стороны… Есть международный, вот самое главное, что я все время думаю, вот, окей, я не политик, я не специалист, но для меня, например, непонятно, если это продолжалось все время, если вы как бы, да, так считали, что это нужно прекратить, угу, у вас такие возможности в Совете Безопасности ООН. Да, да, да. Почему вы каждый день об этом не говорили? Да. Почему вы каждый день не требовали, не знаю, ввода специальных миссий, создания специальных комиссий по расследованию? Что угодно. Почему этого не было все эти 8 лет? Почему, ну, да, все эти 8 лет Украина строила свое новое государство? Да. Двигалась вперед, избавлялась от этих, ну, как бы, от заставшихся в наследство, от предыдущих длинных лет общества, да. Все же работало, все же существовало, люди жили. Ну, мне нравится то, что пример Украины, того, что люди все-таки смогли... Могут измениться. Они, да, они смогли изменить ход событий, они смогли сделать так, что их голоса каждого человека были учтены. И понятное дело, что экономически и так далее, они там были какие-то проблемы большие. Это все понятно. Мир вообще в экономическом кризисе находится, да, да, перманентно. Но в целом, украинцы были свободны, и они могли выбирать свой путь сами. И это самое крутое. И сейчас доказали, что они выбрали того, кого надо. Да,
Удивительно просто. Да, да? Я действительно, когда Зеленского, когда он появился на этой орбите политической, все начали сначала так скептически. Думать, что это такой фейк абсолютный. Да, это бред. А потом начали как бы воспринимать его серьезно, и как бы действительно народ выбрал его. Понятное дело, как бы у каждого политика есть свои взлеты и падения, и в какой-то момент он начал падать. Ну, то есть он там не начал с какими-то вещами, не мог справляться, да. Но сейчас он поступил, кажется, я не знаю, ну, это пример. Это пример в истории настоящего мужчины. То есть он никуда не бежал, ничего не боится. Я тебя сейчас хочу спросить вот о чем, потому что у нас уже мало времени, да, мне конечно, очень конечно, важно. Конечно, ты да. мне сейчас сказал, что вы в ближайшее время играете спектакль «Айболит» для детей из Украины, которые сейчас живут, приехали и живут в Риге, да? Да, это, мы планируем это сделать. Это ваш новый спектакль? Да, это наш новый спектакль. Ну, расскажи мне про него. Ну, давай вот сейчас немножко еще про театр на финалу. Паула прекрасная, замечательная, просто режиссер, она, не знаю, великолепная. Паула? Господи, я сейчас от нервов забыл фамилию, к сожалению. Паула, ну, я не знаю. Для тебя она Паула. Да, для меня она Паула. И так случилось, что меня изначально не было в этом проекте, а потом меня как бы в него всунули, да, плохое слово. В общем, тебя позвали уже в момент, когда они работали над этим спектаклем. Да. То есть и сначала не понимал, что происходит. А кто еще играет? Никита Осипов и Наталья Смирнова. Вот у нас такая замечательная команда из трех людей, и... Ну, это максимально добрый, хороший, яркий, интересный, насыщенный спектакль. Детям всем нравится. И вы играете на малой сцене? Мы играем на экспериментальной сцене, да. Ну, это как бы малая форма, но я думаю, что это хорошо. Потому что это все продумано, это все просчитано, и детям там постоянно такой драйв, энергия прет ключом, да, то есть поэтому как бы все очень классно, очень здорово, и детям нравится. Дети какого возраста к вам приходят? Да, разные. У нас, я помню, что и 3,5 года приходил ребенок, да, и ему все замечательно понравилось. Но так в целом от 4 до 12, да. Даже так, такой разброс. Да, 12 лет, да. То есть у нас тоже интересно, да, ребят? Да. Всем интересно, это, я больше скажу, что даже взрослым интересно, они смеются и получают удовольствие. И мы получаете сами удовольствие? Вот, да. Я на самом деле всегда относился к спектаклям детским. Ну, я думаю, что у каждого актера есть такое, что типа вот есть драматическая сцена. А вот есть елки. Да, грубо говоря, да, есть елки. Но вот этот спектакль, это было что-то, не знаю, для меня открытие. То есть то, что так вот можно кайфовать от того, что ты делаешь именно в детском спектакле. И мы все очень любим этот спектакль, вообще в целом команда очень шикарная. Мы с удовольствием играем там, по 2-3 раза в день и все, не знаю, кайфуем, потому что это действительно вот энергия такая, ты заряжаешься от детей, когда им нравится, это как бы самые благодарные зрители. Потому что они все воспринимают, они вот у них глаза горят, они участвуют, они верят. Ваня, у тебя тоже сейчас глаза горят, говорю для тех, кто Ваню не видит. Да, я подключаюсь. Ну, поэтому, я не знаю, это шикарнейший спектакль. Я думаю, что это даже такой хит сезона нашего. А билеты-то купить можно к вам? Да, я думаю, сейчас да, потому что мы, слава богу, наконец-то начинаем уже работать на полные залы, наш театр в целом. Приходите обязательно, поэтому да, у нас места, я думаю, что будут, сейчас дополнительные спектакли ставят уже в репертуар, поэтому я думаю, что если хочешь, то попасть можно. Я к тому, что в такой ситуации, когда эмоции захлестывают, когда все очень переживают и всем тяжело, я хочу сказать нашим слушателям, берите своих детей, внуков, идите смотреть спектакли «Айболит» в Рижском русском театре. Да. И театр – это всегда еще психотерапевтические функции, потому что либо ты переживаешь вместе с теми, кто на сцене, какие-то свои проблемы вместе и видишь, как это может быть решено, либо ты просто приходишь и получаешь тот самый заряд положительных эмоций, который нам так сейчас всем не хватает, и особенно, конечно, это касается детей. 100%, потому что это все-таки цветы мира. Дети. Ну, то есть ты теперь прекрасный. Полюбил детский театр?
Нет, я любил всегда, но, то есть, но у меня не было именно вот такого кайфа. Я иногда не понимал. Ты никак не мог понять, как это может быть, А здесь я очень-очень-очень кайфую, и все очень интересно, здорово. Ну, потому что мне, например, у меня тут был 2 недели назад Эдгарс Николсон, который ставил «Путешествие Нильса». Да. Где тоже очень интересная работа актеров со зрителями. Да. Там немножко побольше спектакль, наверное, чем ваш «Айболит» по объему, я имею в виду. Да. Но это когда ты общаешься с теми, кто сидит в зале. Да. И дети вовлекаются, наверное, угу. И тоже с вами общаются. Да, конечно. Расскажи какой-нибудь смешной случай. На самом деле куча. То есть, ну, вспомни они... что-нибудь. Ну, вот честно, я вот так не могу вспомнить, потому что дети, как они реагируют, что они говорят, когда мы там говорим о том, что давай, типа, дети, давай там, давайте вы поможете нам вылечить зверей или там кого-то. Выбегают они, на сцену? Они выбегают, они активно участвуют, они предлагают свою воду, еду, конфеты, готовы все отдать, всем поделиться. Говорят, что нужно сделать, чего не надо делать. То есть это они просто, они действительно неотъемлемая часть и спектакля, дети. И они настолько, вот я говорю, они настолько открытые, они настолько восприятие вот этого детское хорошее, то, что вот взрослые люди не должны терять. Все-таки да. Ты сейчас сказал такую интересную вещь, и я поймала себя на мысли, что ты говоришь, дети готовы отдать все, что угодно, чтобы помочь кому-то другому. Да. И вот мне кажется, это так важно, чтобы мы не забывали, что в каждом из нас есть этот ребенок, который готов отдать все, что угодно, чтобы кому-то помочь. Это 100%. Это особенно сейчас, особенно в наше время. И перестать слушать. Возможно, какого-то взрослого в себе, который скептически относится ко всему. Вспомнить о том, что на самом деле самое главное – это помогать друг другу. Да, это в первую очередь. Помогать надо. Если мы не будем друг другу помогать, то я думаю, что мы просто остановимся или пойдем назад. А нам надо идти вперед. Ну что, живи Беларусь. Живи вечно. И слава Украине. И героям слава. Да. Это точно. Спасибо. У нас был длинный разговор о театре и не только с актером Рижского русского театра, уроженцем Минска, прекрасным Ваней Стрельцовым. Спасибо, Вань, большое. Спасибо, Женя. И ходите в театр, потому что театр – это живой организм, который реагирует на нас всех, и он объединяет. Да, и последнее хочу сказать, у нас состоялась премьера, спектакль «Момо», «Интерсрешетин». Приходите обязательно. Там тоже про человеческие отношения. Да, в первую очередь. В первую очередь. Это тоже актуальный спектакль. И потом впоследствии будет «Виват Королева», тоже Сергея Анатольевича Голомазова. Тоже приходите. Ну вот ты все рассказал про то, что нас ждет в Рижском русском театре. Да. Всем хорошего дня. И спасибо большое Радио Болтком, программа «Без антракта». И в следующий четверг, я думаю, что у нас тоже будет кто-нибудь интересный. Не пропускайте. До свидания. До свидания. День в день, час в час, минута в минуту. Радио.